Российский актер Иван Краско раскрыл личность таинственной спутницы, которая в последнее время часто появляется с ним на публике. 92-летний народный артист сообщил, что находится в отношениях с 28-летней помощницей Дарьей Пашковой. Пара познакомилась 6 лет назад, когда актер еще был женат на Наталье Шевель. Тем не менее, уже в этот период Краско оказывал девушке знаки внимания, приглашая ее то в театр с матерью, то на личные встречи. Впоследствии Дарья стала помогать артисту, а сейчас даже остается ночевать у звезды. При этом прямо говорить о романтических отношениях пара отказалась. Сама Дарья утверждает, что нуждается в актере и скучает по нему, если не видит Краско 3 дня.